Доброго вечора, шановні телеглядачі. В нашій студії Дмитро Олександрович Витвицький, народний депутат України, президент партії «Правда». Доброго вечора. Добрий вечір. Дмитро Олександрович, в одній з наших розмов ми з вами анонсували, ви презентували нашим глядачам свій законопроект про заборону рекламування спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів. Спонсорство має на увазі політичних партій, сил. І 16 вересня цей закон вже вступив у силу. Тобто все-таки вас підтримали в Верховній Раді. Розкажіть, як це відбулося? Речь идет о законе. Законопроект в 2009 году был подан. Я был одним из авторов этого законопроекта о запрете рекламирования, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий в Украине. Короткое название. Именно что у нас происходило с рекламой табака, табачных изделий? Везде было. Бигборды. Женщины, мужчины совершенно здорового образа жизни рекламировали сигареты, пожалуйста, по телевидению, в журналах, в любых, и в тех же самых СМИ, которые доступны детям, молодому поколению. И совершенно этой рекламе не нуждаются те люди, которые уже курят. Которые курят, они прекрасно знают, что им нужно, какие сигареты пойдут и спокойно купят. То есть бизнесмены, которые миллиарды зарабатывают на именно продаже, производстве сигарет, табачных изделий, конечно, большие деньги вкладывают в рекламу. Для чего? Для того, чтобы расширить круг потребителей. Все это рассчитано на молодое поколение. И все мы прекрасно знаем, что табак и табакокурение вредит здоровью. Это ни для кого не секрет, ничего хорошего в этом нет. Но люди под воздействием сначала рекламы пробуют, начинают, потом это показывают, это модно, это проводить время так хорошо. Если ты сидишь в кафе один, то ты вроде бы один. Если ты куришь, ну это уже какое-то времяпрепровождение. Поэтому вся эта реклама, она действовала на молодое поколение, что мы в итоге имели. Люди тратили большие деньги, покупали там сигареты, и успешно шел бизнес. Хочу отметить, у транснациональных заграничных компаний, которые занимаются производством сигарет, имеют большую прибыль и готовы, конечно, в рекламу вложить любые деньги. С 2009 года по 2012 год этот законопроект был в Верховной Раде. Несколько рассмотрений, масса рассмотрений в комитетах. Говорит о том, что лобби очень сильно в Верховной Раде Украины. Многие народные депутаты цеплялись, затягивали время за то, чтобы это не было принято. И явно то, что это принято, Верховная Рада Украины, это большая победа для украинцев, для здоровья нации. Это большая победа над дельцами, которые зарабатывают. И этот закон уже подписан президентом Украины и 16 сентября вступил в силу. Хочу коротко напомнить положение этого закона. Запрещается прямая или скрытая реклама табачных изделий на ТВ и радио, печатных СМИ в интернете, в транспорте, во время публичных мероприятий. И устанавливается административная ответственность в виде штрафа в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушение его положения. То есть, я уверен, неделя-две этот закон начнет действовать, и мы увидим резкое уменьшение рекламы табака, табачных изделий и в супермаркетах, на улицах, в СМИ, в интернете. Я думаю, это именно то, что идет на пользу для сберечь здоровье, для того, чтобы сберечь семейные ценности, это выгодно именно людям. Кто понесе ответственность, замовник чи и той, кто размещает такую рекламу? Ну, конечно, будет ответственность для тех и для тех, иначе, если не найдешь крайнего, то можно, получается, дальше рекламировать. Он хорошо прописан, этот закон, вычитан, многократно рассматривался и имеет свои, ну, явно позитивные для людей применення іменно в житті. Дмитро Олександрович, ще одне питання. Ринок продажу землі. Неодноразово ми з вами про це говорили в цій студії. Верховна Рада зараз запрацювала активно до цієї теми. Повертаються зараз? В якому форматі розглядають це питання? Да, Верховная Рада Украины на последних заседаниях довольно-таки часто возвращалась к этой теме. Было еще 5 законопроектов рассмотрено в первом чтении. Все они ведут к созданию рынка земли. Не говоря о том, что заранее был рассмотрен законопроект о самом создании рынка земли. То есть то, что удалось продлить мораторий до 2013 года, время быстро течет и оно заканчивается. 2013 год не за горами. И явно из всех этих законопроектов, которые вносятся, рассматриваются депутатами Верховной Рады Украины, видим, что земля в ближайшее время станет товаром. И к этому все идет довольно-таки быстро. Как раз можно управиться к Новому году. И здесь вопрос земли, опять же, будет в руках 450 народных депутатов. 3/4 из которых, я уже не раз говорил, это городские люди, которые не понимают всей ценности земли, не родились там, не жили, не работали.
И опять по взмаху руки, по договоренности, передавая друг другу карточки, могут 100 человек проголосовать. Это один из самых важных вопросов, который остался. Потому что мы знаем, как была приватизация промышленности проведена, как люди получили ваучеры, но не получили никакого контроля, ни денег над промышленными предприятиями. А 10, 20, 30 самых богатых фирм, в принципе, в стране владеют всей промышленностью, которая осталась еще от распада Союза. Вы продолжаете наполягать на референдуме, на том, чтобы сами люди решили продавать землю, чи ні? Мое мнение, я еще раз хочу сказать, именно люди, которые родились, работают, собираются жить, работать на земле, должны распоряжаться именно этой землей. И нужно у людей спросить, чтобы они сказали, приняли решение, продавать или нет. Я не хочу свое мнение никому навязывать. Люди мудрее примут решение. Вот именно мнение людей должно стать законом для Верховной Рады Украины, для правительства, как распоряжаться дальше землей. Не спросив людей, Верховная Рада, уверен, не имеет права этот вопрос решать. Потому что еще много не подготовлено законов. Не все получили документы на землю, не все воспользовались люди правом на приватизацию своей земли. А это именно ущемляет людей в их правах и владение собственностью. А все-таки частная собственность – это главное, на чем у нас основано все в стране. Дмитро Олександрович, підказують, часу зовсім небагато, але хочу поцікавити ще одним питанням. Ваші депутатські звернення стосовно того, з чим люди приходили до вас зі своїми проблемами, сьогодні вже є відгуки на них? Да, ну постоянно есть. Я хочу поблагодарить службу занятості обласної. На всі мої обращення чітко отреагировали, людям помогают. И я все, кто ко мне приходит безработные, я сразу говорю, паспорт есть у вас? Если вы сейчас не работаете, идите, пожалуйста, и становитесь на службу занятости, чтобы государство этим занимается, могло вам реально помочь. Потому что вот вся эта работа на рынке, где-то сезонная, на стройках, когда люди не оформлены, дают залог, трудовую книжку, паспорт, потом и документы не могут найти. Необходимо делать все официально, особенно это молодым людям, с образованием советую. Идите на службу занятости, становитесь на учет и настаивайте на получение рабочего места, которое у вас по специальности, по образованию, чтобы вы не зря учились и могли использовать свои знания конкретно по данной специальности. И я всегда стараюсь помочь то, что по закону можно, пишу звернення депутатские, на них всегда получаю конкретные ответы. Но это одно из направлений, о котором сегодня могу сказать. И еще буквально півхвилинки маємо. Я знаю, вы хотели привітати кировоградцев зі святом, что наближается. Да, я хочу поздравить кировоградцев с днем города, который будет и в преддверии праздника в пятницу 21 числа, 200 лет собору Рождества Пресвятой Богородицы. Я хочу поздравить владыку Иосафа, служителей храма, прихожан храма, всех христиан, которые будут праздновать этот праздник. 200 лет собору – это история, это и воспоминания о прошлом. Это говорит людям, кто были наши предки, кем мы являемся на самом деле. И хочу пожелать счастья, семейного благополучия и праздничного настроения. Спасибо вам. Дозвольте долучитися до ваших слів привітання. Спасибо. І нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із Дмитром Витвицьким, народним депутатом України, президентом партії «Правда». Побачимось на каналі «Кіровоград». Гарного вечора. Спасибо. Спасибо.